будьте здоровы. Но, в этом смысле? Да, с этого и надо было начинать. Как вы относитесь к применению просрочки в медицине? Я вообще никак не отношусь к применению просрочки в медицине. Вообще никак не отношусь. А вы заведующий контролем качества, да? Да. Просроченный медицинский материал, которым оперировали как минимум 202 пациента. Вы слышали об этом? Нет. Он нас всячески пытался убеждать, что он вообще мимо проходил, пытался юморить, но каким-то образом мы типа на него напали, заманили, усадили и начали его растерзывать прям. Типа он, такое впечатление типа он не при делах. Да, вообще не при делах. Я так понял, все 20 лет. Оказывается. Как вас зовут? Не скажу. Секрет. А секретарь будет завтра утром. Гараж на месте? Нет. Я же вам сказала, его нету. Он здесь, он сбежал. Я тут час уже сижу, никого не было его. Там нету никого. Честно? Я клянусь на партбилете. Ну, кричите. Дмитрий Александрович, будьте добры, выйдите, пожалуйста, к народу. Я очень боюсь. Мужчина. Это что такое? Выходим, заходим. Главврач должен сидеть вот здесь, вот на этом кресле и принимать народ. А я-то при чем здесь? Ну да, ты попал, у тебя. За вас читаю ваш бейджик. Вы же отказываетесь представляться. Вы меня поймали зачем-то, да, и что-то от меня сейчас хотите. Да, да. Что ворвали, что избили. Конечно. Так он так и сказал. Вы не похожи на людей. Выражение подбираете. А я подбираю. Я не видел здесь много людей. За все годы, сколько работаю, да, кроме сотрудников. А я не знаю, что вы... А если не знаете, зачем говорите? Я предполагаю. Вы не говорили предполагаю. Вы нас говорите, что мы на вас напали. Да. Каким образом? Вы стесняетесь? Нет. Бороду бы постриг. А сейчас я стесняюсь. Вы ее не знаете? Губанов? Нет. Я даже не знаю, есть она или нет. Просрочка. Вы не можете не знать, что у вас такие вещи происходят. Я знать не знаю, что за 20 лет было. На людях не используется. Нет, ни в коем случае. Проверка срока медицинского учетного материала входит в ваши обязанности? Подождите, вам же объяснили, что... Вы отвечаете за Станислава Леонидовича? Я тут также присутствую и слушаю. Когда я вас полечу, вот тогда вы сможете меня оценить. Правда, она, уважаемая, у каждого своя. Вот вы, у вас... А народ рассудит. У вас какая-то своя. Народ рассудит. При чем здесь самоубийца? Вообще. Вы еще скажете, что я тут виноват. Прогул. Вот могу вас поздравить, у вашего руководителя очень хорошая реакция. А как он вышел-то? Через окно? Окно свободно открывается. Ну да. Он здесь выходит? Он выходит через вас. Вы его видели? Да. И мы его не видели. Да здесь он, здесь, в здании. Ну вот, еще один беглец.